Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 15 февраля, на улице солнечно, около 7-8 градусов. Вчера был 14 февраля, день Святого Валентина, день всех влюбленных. Поздравляем всех влюбленных. И сегодня мы тоже хотим сделать подарок всем влюбленным в наш город Самарканд. Сегодня мы будем снимать улицу Октябрьскую. Улица Октябрьская тоже очень сильно изменилась. Я думаю, многие, кто давно уехал, ее не узнают. Она стала очень красивой. И сейчас мы находимся на перекрестке Октябрьской и Карла Маркса. Справа у нас вот дом Политпросвещения впереди. Дальше вон желтое здание, если вы видите. Это дом быта Гульбахор. Дом быта Гульбахор выкупил один из бизнесменов, перестроил и сделал большой частный дом. Вот он сейчас вот так вот выглядит впереди у вас, посмотрите. Сейчас мы повернем направо, тут также гостиница Сайор. Открылся новый ресторан Шарк. Очень хороший ресторан с хорошими приемлемыми ценами, с очень хорошей кухней. За ним гостиница Константин. Сейчас мы будем ехать, вы увидите. Вот на наших экранах гостиница Константин. Справа. Мы едем дальше. И вот начинается наша знаменитая чайфабрика. Если вы помните, какой здесь был прекрасный индийский чай. 95-й, 110-й. Сейчас такого чая практически нигде нету. Он был такой ароматный, что его все до сих пор помнят. Вот здесь наша баня на Октябрьской. А дальше вот это уже все новые здания. Вот здесь за забором осталась часть питомника. А следующую часть, которая была слева, снесли и построили вот этот вот многоэтажный дом. Два дома. Сзади него еще один четырехэтажный дом. Вот такие вот дома здесь построили. Вот тут впереди у вас детский сад. Его не тронули. А остальные здания все были уже перестроены в двухэтажные, чтобы город выглядел более величаво, красиво. Мы сейчас с вами подъезжаем к перекрестку Большой Арык. Налево, если мы повернем, будет травматология. Направо партсъезд. Вот здесь посмотрите, на перекрестке тоже была пустая площадь. Здесь тоже построили вот такой вот дом красивый. Впереди вы видите тоже уже высотные дома, вот такие вот четырехэтажные красивые дома. Здесь, если вы помните, было Лимпопо. На месте Лимпопо тоже построили несколько домов. Хорошие, красивые дома с большой площадью. Двухкомнатные, по-моему, около 100 квадратов. Трехкомнатные, 120 квадратных метров. Вот здесь, если вы помните, была большая стоянка. На ее месте тоже был построен дом. А вот здесь вот светофор, если мы пойдем направо, то мы попадем в наш железнодорожный парк. Вот 43-я школа. Вот биржа труда у вас на экранах. Но это уже дома, которые и раньше здесь стояли, просто их тоже отреставрировали, чтобы они выглядели более красиво. Сейчас Октябрьская, одна из центральных улиц, по которым от вокзала едут туристы в сторону Регистана. Вот это здесь уже новое здание тоже. Здесь располагается кафе «Одноклассники». Очень хорошее оригинальное кафе. Здесь еще один детсад, кто помнит. Вот он. Вот мы уже подъезжаем к перекрестку Октябрьская и Титова. Налево мы попадем в 48-й школе. Кишмишный завод, направо железнодорожный базар, магазин Фархад, Саудат. Мы едем дальше в сторону вокзала. Вот вы видите, здесь тоже вот так вот построены красивые магазины.
Вот здесь справа тоже дорога на базар. Вот мы сейчас будем разворачиваться, и вы видите, вот здесь вот впереди у нас такая вот стоянка перед вокзалом. Вот здесь, кто помнит, была яма, магазины. Эти магазины сейчас снесли и сделали вот такую вот красивую площадку, аллею, по которой можно гулять. Это наш вокзал. В свое время был он один из самых крупных и красивых в Средней Азии. Так вот он сейчас тоже изменен. Здесь мы разворачиваемся и едем обратно. Здесь вот справа тоже построено здание, очень красивое. Вот рядом здесь, напротив вокзала, сделана большая площадка, стоянка для автобусов. Здесь вот видите тоже площадь, где можно гулять, аллеи. Там за аллеями уже здания. Вот мы опять подъезжаем к перекрестку. Титова-Октябрьская. И едем в обратном направлении, чтобы посмотреть эту сторону улицы. Вот у нас справа железнодорожная поликлиника. Она тоже изменилась. Это реставрировано. Очень красивая. Дальше, кто помнит, вот у нас отделение милиции. Дальше и вот ипотека банка. Улицу Октябрьскую расширили, она стала очень большой. Трехполосное движение с каждой стороны. Вы можете посмотреть, как дорога выглядит. Это вот девятиэтажки. И девятиэтажками построили вот ряд магазинов, таких вот и магазины, и рестораны. Очень красиво стало, оригинально. Вот мы опять подъезжаем к повороту на травматологию. Вот у нас, вы видите, впереди здание сотовой компании Билайн. Это вот наши девятиэтажки, которые были на Октябрьской. Мы подъезжаем к пожарке, кто ее помнит. Вот она, пожарная часть, напротив чайфабрики. За ней вот тоже перестроили магазин «Кристалл», кто его помнит. А за ним вот детский сад.
вот мы уже подъезжаем к дому быта Гульбахор. На этом наша экскурсия по улице Октябрьской закончена. Надеюсь, вы ее узнали и вам все понравилось. До свидания.